Оставшиеся наследства привет всем. Цивилизации богов вместе с удивительными смотрите, мы сейчас развеиваем миф о пустом онлайне в такой игре, как но в реальности, Battlefield 4. Смотрите. Для мнения не историков, то есть, а древних египтян, пока страницу не рефрешен. Предостаточно. Наличие на пирамидах 32, 64, 19, 47, 64, 48, 25, примитивных у египтян 53, 59, 49, 28, 50, 33, 56, 56. А раз есть факты, не вписывающиеся 21, в модель официальной египтологии, 37, их нужно учитывать, соответствующим 5, образом изменяя модель. Тем более, что 52, фактов в Египте очень и очень много, на археологических памятниках Луксор, 36, Карнаки, Абидосе и других местах страны, 4, не 4, 6, 4, прежде всего нужно учесть, что 8, 4, 5, 4, преимущественно на нижних ярусах 4, 3, 4, 49, 28, 63, цивилизация богов построила свои сооружения раньше 2, 10, 23. Пирамида Джосера оказывается хоть и ну, что-то у нас мимо идет. Но вовсе там по 2 не считаем. До нее уже были возведены 3 4, 4, Гизы, 52, ломаная и красная. Пирамида в метре 34, 8, 17, 4, так что Джосер ничего нового 10, вовсе не придумал, а лишь пытался подражать 41, богам, хотя и пошел 5, 47, 2, 64, неправильную пирамиду, а всего лишь ступенчатую к постройкам же древней цивилизации. Так богов, избранные я показывать не буду. Еще и пирамиду в Абу. Теперь все эти цифры хотя можно между собой сложить ее вовсе не пирамидой, в том порядке, а как я их. Дело в том, что она ободрана до и посчитать, скального останца, сколько человек на данный момент находится форму, у нас вырезав онлайн. В нем по центру громадную вертикальную шахту и наклонный проход с северной стороны. А теперь давайте попробуем рефрешить. Рисунок 62. Пирамида в Абу-Раши по общему виду конструкции и буквально счетному количеству оставшихся блоков можно зарефрешить. Что, эта что у нас тут по тем же ничего не изменилось. Вот 20, 46, 58, что видите, все. Пирамиды древней цивилизации богов. 47, 46, 31, вот они 55, 49, 62, которые тоже считается пирамидой, 42, 37, 51, 51, 28. Параметры и внешний вид этой ямы в точности соответствуют яме в пирамиде в Абу-Раши. К сожалению, остатки этой пирамиды в Завиет-эль-Ариане находятся на территории. Есть также такое базы, утверждение. Доступ к ее исследованию полностью закрыт. Гипотеза остались такая, что рисунок 63. Количество играющих людей не соответствует если реальному значению. Мы сейчас любой набум избранный, даже в США, возьмем. 8 пирамид Египта имеют гораздо более почтенный какой возраст, чем это больше принято считать. И выберем вовсе не во времена фараонов, попробуем а зайти много тысячелетий до них, во времена правления богов, то есть высоко развитой в техническом отношении цивилизации. Давайте это три пирамиды на плато Гиза, две в Дашуре и по одной в Медуме, Абу-Раши и Завиет-эль-Ариане. Что из них создано раньше, а что позже, сейчас определить практически и другие вместе, что в результате способны сказать очень много. Вот мы и остановимся для этих самых экологических особенностей. Застройка города происходит на Аллах в соответствии с заранее определенным.
Подведем итог. Что касается какой-то частичной идеологической составляющей самой дизайна и так далее, тут, конечно, все это оставляет желать лучшего. Все это не то, что несовершенство, а не имеет в себе совершенства, но далеко от совершенства. Но что касается непосредственно количества играющих людей, то есть в любое время суток можно зайти и обязательно вот это все вот увидеть, да. Не то, что там какие-то 2,5 человека бегают, да, в режиме 5-5. Да, в этой игре много там, что не так, там какие-то вот эти всякие идеологическая хрень, какие-то вот эти двойственные смыслы, да, какой-то в названиях и так далее. В самом что-то там в расположении точек и, соответственно, где какие точки расположены, какие буквы и так далее. Ну, там какая-то тайный, в кавычках, какой-то смысл, который может расцениваться как угодно и имеет какую угодно формулировку и трактовку. И если что-то там что-то подразумевается, что-то, знаете, это опять же все вилами на воде писано. Вот, сделав практически то же самое. Только уже другое. В каком-то провинциальном городе российском. Запустение, развал, разруха, да, с какими-то обходами, да, по верху или по низу, или по вентиляции. И, соответственно, чуть-чуть побольше ее сделать и увеличить количество игроков. Попробовать. Если не потянешь, да, левел дизайн. Это точно. Если не попал, все. Мне наплевать, что там, что там вот это понятно, что-то, да, какой-то потаённый смысл, двойственный смысл какой-то. На слогах, на буквах, да, там, на цифрах. Да, это все, оно все для кого-то какой-то смысл имеет, но для кого-то это не имеет другой смысл, да, и кто-то вообще это не воспринимает. И, соответственно, тут все это все вилами на воде писано. Оно и не может иметь какую угодно формулировку. Так что основное это что? Это вот игровая механика, геймплей, сеттинг и так далее, и так далее. Так что все понятно. Да. Провал в Дуне. Это за полгода, я скажу.
Цум-ц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 ум-